Ну что, друзья, всех рад приветствовать, с вами я, Пандос Фиксович, и сегодня у нас уже четвертая серия FIFA с кумирами, в скобочках, с героями. Так уж получается, что сборочки на кумиров яшники не хотят выпускать, и мне приходится собирать героев, но я надеюсь, от этого не менее становится интересным эта рубрика. Вам нравится? Мне нравится. По традиции от вас прошу 6000 лукасов, и следующая серия, не заставит себя долго ждать. Значит, зашел я в эти ваши кубковые матчи, откатал там все и дали очень солидные и сочные наборы мне. Из этих наборов мы будем собирать себе снова героев и параллельно будем пытаться отобраться в Викинг-лигу. Я надеюсь, вы успели посмотреть предыдущую серию. Если вы ее посмотрели, я думаю, все прекрасно понимаете, почему Лукас Подольский вернулся ко мне в основной состав. Пока кручу-верчу, не знаю, как правильно тут все расставить, чтобы было по красоте. В прошлом выпуске я поймал себе Бролина, от его стат я охренел, а вот от цены не очень. Всего лишь 80 тысяч вот за такую карточку. Сегодня будем его дегустировать, тестировать, называйте это как хотите. Я думаю, что перед тем, как мы откроем пак с героем, нужен разогревочный матч. Спасибо огромное моим друзьям из компании Пари, которые поддерживают каждый мой видеоролик. У них на сайте можете найти множество спортивных дисциплин. Если вам нужно, можете скачать удобнейшее мобильное приложение. Ну и про бонусы не забывайте. Сейчас действует акция 2024. Все ссылочки будут в описании. И, внимание, конкурс! Как вы знаете, я обновил свой сайт по продаже игр, монет, бустов. И в честь этого я решил сделать розыгрыш. Разыгрывается 1 000 000 монет, EFC, различные подписочки. Все, что вам нужно, это подписаться на телеграм-канал и нажать кнопку «Участвовать». Подпишитесь на мой телеграм, там будут все условия. И, соответственно, на телеграм-канал моего магазина. Всего-то навсего один клик может порадовать вас. Реальный кабан. Ой-ой-ой, друзья, против меня что, Максвелл играет? Так, Тотти Зола, Тотти Бест, Рольфа, Сава. Ну, понятное дело, все составы выглядят на несколько голов выше моего. Соперник такого не ожидает, друзья. Теперь я буду постоянно вот так вот пробовать забивать. А вось и повторю. Так. Ой, ну это какой-то странный удар. Получил! Что? Чуть не залетело. Я сейчас усну от его комбинации, от его покатушек, блин. Да ты запарил, братан. Ебанись. Не, ну он играет, конечно, жестко. Да блин, ну это невозможно. Как он так играет? Ну это просто жесть какая-то. Он какие-то финты невероятные делает, которые я первый раз вижу. Он, видимо, с отменой это все комбинирует. Смотришь, что меня забивает. Опять зеленый тайм-финишинг. У него каждый удар в зеленый ТФ. Он даже когда подскальзывается и спотыкается, бьет в зеленый ТФ. У него что, бля, на автомате включен он? Не, ну это какой-то гений. Ну, давайте гол престижа, что ли, забьем. Гол престижа хотя бы забьем. 4-1. Надо было очки ему показать, как акул делает. Пропуская 4, забивает 1 и очки показывает. ГГ, сорян, Пандос, за такой приятный гол от Хансен. Он еще угорает надо мной. Так, ладно, next соперник. Мбаппе, Бест, Роналду, Туре, Вьера, Тотти. Что за составы? Дайте что-нибудь, блядь, попроще. Что тот тип составом за миллиард, блядь? Я играю с Подольским и с Орлотом. Да, давай, давай, крути за Мбаппе, блин, да, давай. О, Криштиану Роналду. Смотрите, в каком моменте он не попал. Этот зеленый Криштиану у меня тоже был. Я вам всегда говорю, что это говно карта. Некоторые писали, да ты играть не умеешь. Вот чувак только что за Криштиану ударил. Какое говно получилось. Давай, давай, Коллинз, хорошо. Я не знаю, что здесь делает Коллинз. Что здесь делает Бест? Он делает невероятный отбор, а я невероятный покат. Все, я в тильте. На рейджухе катаем, друзья, на рейджухе катаем. Коллинз, ЦЗшник, прибегает. Блин! Найс. Так, он сейчас перекат сам сделал. Чего? Ну, это Криштиану Роналду. Я даже не сомневался. Видите, с каким покер-фейсом я сидел? Потому что я знал, что сейчас мяч Криштиану пойдет, и он не забьет. Так, Криштиану, на Мбаппе. Ну, Мбаппе, ух, тоже зеленый ТФ бьет. Я не понимаю, что за подбор. Я играю в эту игру столько времени, я до сих пор не научился бить в ТФ. Тут каждый первый, блин, каждый второй, кто мне встречается, бьет в ТФ. Что у вас тут происходит? Криштиану Роналду! Вы видели, с какой убойной позиции он сейчас
Вы видели, с какой убойной позиции он сейчас не попал? Он три момента уже заруинил этот Криштиану. Я уверен, что сейчас соперник его поменяет. Вот чекайте. Что я вам говорил? Он убрал Криштиану зеленую. Я вам говорил, говно, карта. Вы мне писали, что я играть не умею. Вот чувак бьет по зеленым ТФам, играет хорошо, но при этом Криштиану у него все руинит. Я точно помню, когда я хуесосил этого Криштиану, некоторые люди писали, что это во мне проблема, я играть не умею, и т.д. и т.п. Опа. Сорлот. Хорошо. А вот Сорлот, друзья, забивать умеет. Сопернику, конечно, не позавидуешь, его задница не выдержала. Так, у меня тут 12 различных наборов. Если что-нибудь поймаю, вы об этом узнаете. Когда вы смотрите этот видос, в пятницу выходит новая промо, на которой, наверное, было бы разумно засейвить эти паки, но я их решил оставить. Может быть, не зря. Бразилия, ЦОП. Да ладно, нет. Не может быть. Не может быть! Во время того, как я говорю, что нужно было оставить паки на новое промо, у меня падает Казимира. У меня как раз-таки проблема с центром была. Эта игра подслушивает. Я вам отвечаю. 5 плюс 5! Я этого не знал. Так, у него длинный пас и борьба. Жалко енотика. Нет. Я еще на секунду думал, блин, это рарный Казимир или у него спешлка. Забыл, в какой команде он. Так, ну, меняем вот этого типа. Так, ну и самые, друзья, сочные наборы пошли. 5.84. Ну и вы посмотрите на это, 5.84. 2.85, друзья. Будет ли спешлка? Спешлки нет, серьезно. Хорватия, Модрич. Так, Модрича надо куда-то запихнуть. Кстати, я тут пики с информами крутил, и мне Сорлот упал. Точно преследует этот аккаунт. Так, 3.85, друзья. Ромеро и Литл в 3.85. Я вам напоминаю, Казимира мне выпал в 2.83. 4.85, друзья. Ну здесь-то дайте спешлку. Да, спешлка есть. Флаги. Чили, вратарь, это Эндлер. Так, ну кто за ней? Кто за ней? Кто за ней? Кто за ней? Девчонка? Какая девчонка? Я понятия не имею. Кто Амаюр Серьеги? Ну, это просто жесть. Ну, хотя бы информ дали Ринчука. Спасибо и на этом. Ну, осталось еще 20.83. И за Эдегором у нас кто? Данжума. Собрали еще одного героя. Надеюсь, это будет что-то поинтереснее, чем предыдущий Бролин. Так, первая карта. Физуха 84, 91 защита. Так, это что? Это Кеслер какая-нибудь? Подождите. Что это такое? 92... Слушайте, у меня есть ощущение, что я что-то невероятное поймал, но у меня в голове не укладывается, что это такое. Подождите. Это ведь не может быть Яя Туре. У него бы сила побольше была. Рамирес, как будто бы нет. Все статы 90+, кроме физухи. Что это? Мне любопытно погадать. Я честно не знаю. Это не может быть Кеслер. У него не такие сумасшедшие статы. Что я поймал? У меня нет предположений. Так, давайте игровые стили посмотрим. Охренеть. Что бы это ни было, статы просто фантастические. А, это вообще... Это Бампастор. Да, друзья, это Бампастор 93. Это что за статы? Я молился, чтобы была альтернативная позиция. У нее есть ЛП. Вау, это что за статы? Я сижу, смотрю, у меня эррор в голове. Она стоит почти миллион монет. Я понимаю, почему. Охренеть, что за статы космические? Кроме физухи, все 90+. Вау. Есть ли смысл остальные карты смотреть? Ну, давайте чисто символически посмотрим. Так, это вторая карта. Это Кеслер. И третья карта. Это какая-то срань. Опять Лиза Разу. Так. Мне начинают нравиться эти пики с героями. Как мне Венисиуса поставить теперь, если Бампастор будет на ЛП? Ё-моё, как это все умещать? И Подольский убирать не хочется, что делать, друзья. Состав слишком быстро у нас получается каким-то сумасшедшим. Ну и пойдемте затестим, друзья, Казимира и Бомбастера. На что они способны? Психи, команда называется, страшно? Да, состав действительно психо. Так, ну-ка, тестируем навесы. От Бомбастера! Сорлот! Отлично, Бомбастер, дай обниму. Чуть не захотел обнимать. Так, вот сразу видно качественная карточка. Только появилась в составе, сразу результативное действие. Так, стэч на Бролина. Бролин, как всегда, спотыкается, падает. Бомбастер, перехватик. Так, это было опасно. Так, хавать Казимира. Покажи свои качества.
защитные. Хорошо. Так, ну-ка, бомбастер. Продемонстрируй-ка. Ну-ка. Оп. Казимира. Блин, хорош. Вот и новички клуба, друзья, отличились. Что Казимира, что бомбастер. Так, бомбастер. Мне кажется, она еще пробить может, да? У нее там пушки 90. Что за карта, друзья? Бомбастер! Я вам базарю, пацаны. У меня золотой перк на какие-то сумасшедшие голы. Ой-ой-ой. Это Казимира, друзья. Вы что хотели? Это Казимира. А это Сорлот. Как команда играет, друзья. Так, бомбастер. Бомбастер, блин, вот она юркая. Посмотрите на эту бомбастер. Слушайте, может ее на форварда поставить? Так, соперник не выдержал. Кажется, Бралин на выход, не? Все, я тебе давал шанс. Я тебе, братан, давал шанс, но ты играешь как-то так себе. Хотя 6 матчей, 2 плюс 5. И есть сумасшедшая идея поставить бомбастер на позицию форварда, а Винисиуса на фланг. Так, какой-то норвежец нам встретился. Ван Дайк зеленый, Зика, Гирелли в атаке. Ничего себе, вот это креативно. Увидел состав и ливнул. Распадори, Жезус, Решфорд, Футре. Так, Казимира, хороший перехват. Слушайте, вот после появления Казимира я чувствую, как он хорошо играет в центре поля. Найс, первая атака, сразу гол. Так, Сорлот, Сорлот, корпус ставит. Дальше. И бомбастер. Найс, 2-0. Так, соперник тут же наигрался. Так, что у тебя за команда? Тоти Чех, Делихт, Карлос, Сократес, Фикир, Жиру. Так, Казимира снова схавал. Как он живет в центре поля, друзья. Так, бомбастер. Бомбастер. Схавать хорошо, таке. На бомбастер! Найс, 1-0. Ой, страшно. Блин. Да, это было жестко. Так, ну здесь легкой каточки как будто бы не будет, да? Ой. Опять хочет пауэршотом ударить. Так, Казимира, ну-ка, у тебя там дальние пасы имеются. Ух, как Казимира дал! Что за пас? Бомбастер! Отпинали, бомбастер! Так, ну здесь ответная атака, опять пауэршот, и повезло. Не-не-не-не-не-не-не-не. Опять пауэршот. Что за пауэршот мастер? Он только так и бьет. Куба. Куба на Сорлота. Сорлот на бомбастер. И бомбастер. И Винисиус. Хорошо. На отскоках каких-то сраных забили. Ну, понятное дело, если бы мне такое залетело, у меня бы сейчас очко сгорело бы. Бомбастер. Что за удар у нее сумасшедший? Это с правой ноги. Она реально у меня напом будет играть. Что у нее за пушечки? Так, опять это L3R3. Пока ты думал, Казимира подбежал, отобрал. Не, ребята, новички клуба удивляют. Прям с первых же матчей. Так. Бомбастер, бомбастер на Винисиуса. 4-1. Охренеть, второй тайм начался сумасшедшим образом. Бомбастер. Блин, что у него за моделька сумасшедшая? Что это такое? Она управляется примерно как Тотти Месси, я вам отвечаю. Ой, опасно. Так, 4-2, подождите, еще ничего не ясно, мне кажется. Мощный прессинг у него, что ли, сработал, я не знаю. Жиру пытается ударить. Ребята, как остановить эту атаку? Пытаюсь, пытаюсь. Блин, пролетел. Нет. Что? Какое очко? Ну какое очко он пускает? Так, ладно, давайте пробуем. Бабастер. На Сорлота! Не, ну это моя любимая связка теперь. Это моя любимая связка. Бомбастер подает, Сорлот забивает. Нет. Нет, нет, двигаю. Фуф, повезло. Да вы издеваетесь! Что происходит? Остановитесь, блин. Так, друзья, все-таки мы дотерпели. Очень плотная игра была. Чел, кстати, 2014 года. У меня лучший игрок матча — это Бомпастор. 2 плюс 2. Винни, 2 голешника. Сорлот, гол. Что Казимира прекрасен, 1 плюс 2, кстати, сделал. Что Бомпастор. 3 матча, 5 плюс 4. Ну, один вычитаем, там был рейдж-квит. У него нет талантов на реализацию, казалось бы, но бьет так, как будто бы у него все есть. У него сила удара 99, дальний 94. Атакующая позиция 91. Блин, вот была бы у него позиция ЦП, было бы вообще прекрасно. Не знаю, что с этим всем делать, друзья. Опять же, карточек слишком много.
и Подольске хочется заиграть, и Бралину, может быть, еще шанс дать. Я не знаю, как его линковать тут, честно. Ну ладно, как бы там ни было, составчик сейчас выглядит вот таким вот образом. Опять же, от идеи с кумирами осталось пока что только лишь название. У нас получается геройчики. Если быстренько, оперативно набираем 6000 лукасов, в Next серии соберем еще одного героя. Рад, что вы посмотрели данный видеоролик. Если он вам понравился, оставляйте классные комментарии. Активность наша все, лукасы. Ну и хотел бы поблагодарить моих бустеров. Вот эти замечательные люди. На бусте ролики выходят раньше. Со всеми плюшками вы можете ознакомиться по ссылочке в описании. Все, я погнал. Чао, какао.